посетил Валерий Рязанский и заседание областной думы. В Курской области живут представители более 100 национальностей. Взаимодействие диаспоры конфессии, укрепление дружественных отношений между ними обсуждали в региональном парламенте. Гражданский форум собрал представителей армянской, узбекской, украинской, еврейской, молдавской, китайской и польской общин. За главными темами форума стали сохранение мира, уважение религии и обычаев друг друга. Все это посвящено спокойствию в нашем городе. Еврейская религия одна из самых старых, поэтому из нее питали все в своей религии, другие. И не убий всегда было. Обсудили собравшиеся и миграционную политику. Парламентарии предложили провести семинары для переселенцев, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. На сегодня приток иммигрантов на сегодня составляет у нас 93 тысячи человек. Это люди со своей культурой, но тем не менее мы должны находить взаимодействие с ними, чтобы они и уважали нас, мы уважали их. Также планируется, что все национальные объединения региона примут участие в подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.